вот эти столбы рядом с поселком Хунрад, да, вот, они не просто так. Вот теперь я конкретно вот вижу, что здесь была узкоколейка. Ну, вот следы от шпал, да? Узкоколейка была, и ходила электричка. Вот здесь вот такие зеленые. Была дорога, узкоколейка, железная дорога узкоколейная, и ходила электричка. Вот эти столбы вот, подавали электричество на эту электричку. Там было всего лишь два вагончика, ну, люди ездили на работу, по-моему, минут 15 шла эта электричка, и ну, она туда-обратно, туда-обратно сновала, и мы, дети, конечно, и я тоже катался на этой электричке. Все, кто оказывался здесь, они обычно всегда на эту электричку забирались, чтобы съездить на карьер посмотреть и заодно прокатиться. Но понятное дело, что и шпалы ушли налево, а рельсы вообще сдали, да, скорее всего, металлолом. Делают люди второй касты, они все разграбят. Ну вот, теперь конкретно я уже убедился, что именно здесь была узкоколейная железная дорога для электрички, ну, электропоезда, который возил людей на работу, на карьер. У этой электрички было несколько остановок. Ну, по-моему, ходила 15 минут туда и 15 минут обратно. Ну, полчаса.